Отделение социального фонда по Башкортостану с начала года назначило единое пособие родителям более 283 тысяч детей. В целом республика занимает лидирующую позицию в стране по количеству принятых заявлений и своевременной их обработки. Все поступившие заявки рассматриваются в течение 10 дней. Напомню, что единое пособие введено в России с этого года. Оно объединило в себе несколько ранее действовавших мер поддержки и теперь позволяет семьям получать финансовую помощь с момента беременности до момента, когда ребенку исполняется 17 лет. Для оформления средств родители и дети должны быть гражданами и жить в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.